Друзья, всем привет! Давайте приготовим очень вкусный салатик с хурмой и лососем. С рыбы снимем кожицу и нарезаем ее такими соломками. Рыба у меня замороженная, поэтому легче режется. Посолим, попечем по вкусу. Мускатным орехом немного посыплю. Лимонный сок 1 столовая ложка. Все перемешаем, оставляем на 20 минут. Рыбу буду обжаривать на оливковом масле, вы можете на любом. Добавляю лук, чеснок по желанию, специи, какие у вас есть, соевый соус. И готовим до готовности и даем остынуть. Беру одну хурму и нарезаю таким же образом, как и рыбу, соломкой. Хурму отправляю к салатным листьям. Также и рыбку отправим. По вкусу еще добавим лимонный сок. Добавим черный молотый перец, оливковое масло 1 столовая ложка, соль по вкусу. И у меня сыр моцарелла 1 столовая ложка. Все хорошенько тщательно перемешаем. И можно уже сервировать нашу тарелку. Друзья, я часто готовлю такой салат и очень всем нравится. Так что приготовьте и уверена, всем понравится. Всего хорошего, всем до свидания.